С вами Настя Святошова, и пока на улице стоит такая омерзительная погода, предлагаю согреться в уютном караоке-холле «Шаляпин». Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты. Настя, ну какие я и ты? Давай уже свой горячий прогноз. Ну что ж, держите. В субботу Воронеж окажется под влиянием атмосферного фронта. На протяжении всего дня ожидается снег. Днем минус 4, ночью минус 7. В воскресенье снежные осадки продолжатся, но уже не в таком количестве. Температура днем минус 4, ночью похолодает до минус 13 градусов. Какими градусами согреваться вам, решайте сами. А я, пожалуй, спою. А снег идет, а снег идет, по щекам мне. Бьет, бьет.